Всем привет, ребят! Ну что, мы на аккаунте моей подписчицы Людмилы, и у нас сегодня роллинг под коллекционера, 45 тысяч самоцветов. Аккаунт, судя по всему, бездонатный. Merciless. Нет, даже не так. Merciless, вот так вот. Аккаунт ее называется. Поехали посмотрим, что тут есть на аккаунте. Да, бездон. Бездонатик. А что герои нам скажут? 71-91. А, Фобоса, понятно, нету последнего героя. Так, донатные. Трифит, Командора, Оккультист, Землеройка, Сварин. Блин, да, неплохо. Асура, Землеройка, Сварин, Оккультист, Командора, Трифит. Я вам скажу, и Фобос последний довольно-таки... Неплохой аккаунт, есть Космо, есть Ледяха, что еще надо для бездоната, вот реально. Что еще тут хотеть? Так, вот такой вот у нас коллекционер героев, Фобос, Студеный. В общем, все довольно-таки просто и легко. Находится аккаунт в гильдии Дозор. Кидайте заявочки, вступайте. Первые места битва гильдии Атака Фортов. Босс 3-5, 21.00, факела 20.45, форте 20.00, геймерс, одежка есть, судя по всему, у них там есть группа. Такс, что у нас с ресурсами? Ну, довольно-таки неплохо все. Окей, с этим мы разобрались, поехали. Интересно, брала Battle Pass или нет? А, он уже закончился? Нет, судя по всему, нет. Я даже не проходил, реально. Этот Battle Pass, это... А ну, что за стрелочка? Ага. Кто больше? 1400. Ой, какой-то бритничок, я вам скажу. Чтобы прям такое что-то 1400 за первое место получить, такую вот фигню, не знаю. В общем, ладно, неважно. Поехали, будем пробовать вытаскивать нужных нам героев. Так, Студеный, Заклинательница, Ворожей, нифига себе, Гаргул. Вот на Айсе Гаргул бы нужен был. Так, Студеный опять. Начало, знаете, такое довольно-таки приличное. Посмотрим, что будет дальше. Космо, блин. Я сегодня столько космо вытащил. Я себя два штучки. А, Александр аккаунт. Это четвертый космо за вечер, блин. Ну, просто мега бешено они сегодня падают. Акцию нам на русском сервере, кстати, так и не ввели. На других серваках эта акция есть. Сразу же Фараон. Хранитель. Да ладно, рыцарь Командора, я просто выйду отсюда, потому что как-то стрёмно. Еще точно забанят, скажут, ты там подкрутил. Поздравляю, первый недостающий герой у тебя уже есть. Командорка довольно-таки неплохой герой. У нас еще там самики надо будет открыть. На складе. Все время дают мне... На складике самики. Можете их сразу открывать. Так, окей. Панда. Дед Мороз. Седна. Ну, блин. Космо, Седна. Кенди. Землероечка. Отлично, ребята. Отличненько. И только я не помню, она нужна нам или нет. Или есть у нее землеройка. Потом поглянем. Еще один недостающий герой. Вуаля. Отлично. Это радует. Это радует, что сегодня герои падают. Так, шаман, шаман, Дракос. Нам надо еще какую-то недостающую имбу нашаманить. Будет вообще отлично. Но аккаунт, как для бездона, довольно-таки неплохой. Триантище. Фараон Трифида нам нужен. Опять фараон. Просто жесть. Рыцарь. Сноу. Седна еще одна, нифига себе. Тыковка, ну давай, рандомчик. Бульдозер.
Так, хорошо, смотрим, что у нас по коллекционеру. 7. Ну, такое. Фобоса бы вытащить. Вот это было бы вообще топчик, я думаю, для данного аккаунта. Такс. Давайте пооткрываем, отдохнем от этого рандома немножко. Сильно он у нас сегодня больно щедрый. Таких героев топовых дает, просто кайф. Так, кого мы там еще выбили? Осмо нам не нужен. Так, смотрим. Свалина Сура нужен. Оккультист. Трифит и Фобос. Я вам скажу, как для бездоната, реально очень классные герои на аккаунте. Слизни, где вы? Блять, это посмотрите. Просто 6К никуда. Медуза. Сердцеедка. Да вы издеваетесь, походу. Фея. Два рыцаря. Ну, я не знаю, за 10К насобирать 6 рыцарей. Это надо сейчас мега удачу. Так, давайте посмотрим. Мне интересно посмотреть, что по талантам на аккаунте. Неплохо. Космо. Ну, каждый бездон выжимает по максимуму. Ну, я бы не качал, наверное. Ну, пусть будет тоже неплохой вариант. А почему нет? Психощит 8. Так, неплохо. Куча каменок с акцией. Огненок на аккаунте. Посмотрите на этих героев. Я вам скажу, что довольно-таки неплохо. Как для бездоната. Вообще люкс. Тыковка где-то недавно воодушку выбила. Семерки не хватает кулаков. Очень не хватает. Блин, запустили бы ту акцию. Там столько кулаков дают. Ну нет, нифига, на английском сервере уже 2 раза запускали, у нас тут, блин, нифига просто не могут. Так, командорка и землеройка, которых мы только что выбили. Ну что, поехали дальше, ребят. Поехали, попробуем. Ара. Анубис? Да вы издеваетесь. Махатма. Хорош. Реально классно. Блин, классные герои. Ледяной Феникс, обалдеть. Просто обалденно падает. Я надеюсь, падает у вас на ваших аккаунтах точно так же. Особенно у тех, у кого этих героев нет. Ну, вот так вот, ребят. И того, что мы имеем, собрали мы по сути фигню. Коллекционер героев. 11-15. Что-то вообще печально по слизням. Я думал, будет намного лучше. Ну, самое главное, что мы вытащили 2 недостающих героя. Землеройка, которая просто обалденная. И так, а есть коробочки? Коробочки. Нету коробочек. Землеройка и командора, которая нужна будет либо для PvP локации, но больше, наверное, для подземок, так как подземки у нее. Хотя, в принципе, посмотрите, подземки зафармлены. Вообще четенько. Что еще хотеть на этом аккаунте? Вот реально. Герои хорошие, как для бездоната, для комфортной игры, я считаю, что более чем есть сюда. Единственное, потом вытащить как-то ремку, там, либо СО плюс ремка, эмблема. И, в принципе, нормально по ресурсам. Ресурсов хватает, и можно будет без проблем нормально тащить дальше, хотя я думаю, на таком аккаунте и так тащится очень много, если вы видели, сколько подземок прошла она, плюс 3 остальные, последние волны не пройдены, мы Джей вчера, кстати, у меня затащили. В общем, вот так вот, пишите комменты, ставьте лайки, кидайте заявочки, АЭС сервер тоже я уже ролю, поэтому без проблем пишите, у кого АЭС, я могу и АЭС заролить, и английский, и русский, Android, любой сервер нам доступен. Всем удачи, всем пока.